Добрый день. Это видео как ответ на прошлое видео по поводу рыжих точек. Сразу хочу высказать слова благодарности тем людям, которые остались неравнодушными, в комментариях дали советы. Практически удалось мне снять все мои точки. Остались совсем небольшие тут, конечно, но за один раз понятно, их не уберешь. Какие средства я использовал? Как говорится, в борьбе все средства хороши. Чем только не пользовался: спиртиком, трестом моющим фейри, там обезжириватель такой, потом для стеклокерамических поверхностей средства и ВДшкой. Спирт вот смывает хорошо, когда они свежие, а это получается такие вкрапления уже. Крыша, во-первых, подвержена солнечному свету, лето, оно настолько въедается в поверхность, в лак, вот, поэтому очень сложно его оттереть. И капот еще дополнительно двигатель добавляет температуру, что оно очень высыхает. Самый проверенный, надежный способ – это механическое, конечно, отмывание. Палец, ноготь. Никто это не отменял. Молдинги стали чистые. Мои опасения оказались напрасными. И я полюбил Атлас еще больше, чем любил его до этого. Он все мои надежды оправдал. Вот сейчас стою, снимаю. Ну, на самом деле, посмотрите, какая красивая машина. За вменяемые свои деньги. Это новый автомобиль с салона. А вот так вот, если посмотреть наперед, практически Land Rover. Ну, вот такое кратенькое видео. В общем, до новых встреч.